Приветствую вас, уважаемые друзья и зрители канала Александр Всё о Хобби. Начинаю готовиться к весеннему рыболовному сезону и прикупил себе комплект термобелья. Термобелье оригинальное, так как брал я его в проверенном магазине в онлайн-гипермаркете 21 век. Поэтому я не сомневаюсь даже в подлинности данного товара. Хотя, если кому интересно, у моего земляка, товарища по Ютубу, есть свой канал, Ютуб-канал, на котором он рассказывает, как отличить оригинальное термобелье от подделки. Кому интересно, канал называется Fishing Yesterday, рыбалка вчера, и ссылочка на канал будет в описании под видео. Канал моего земляка, живем мы, как бы говорится, в одной области, но в разных районах. Поэтому заходите, поддержите подпиской, если не сложно. Рассмотрим комплект термобелья поближе. Упакован вот в такую простенькую коробочку из картона. Winterline, зимняя линия Т3. Для хороших, как говорится, морозов до минус 20-25 градусов можно использовать. Но я, еще раз повторюсь, я заказал его на весну. И сейчас расскажу почему. Открываю коробочку, здесь у меня комплект термобелья и еще взял носки. Мне очень нравятся норфиновские носки. Одеваю даже весной в резиновые сапоги, и ноги всегда сухие. Носочки отличные. Так вот выполнены, кто не знает. Хотя уже фирма Норфин довольно распространенная среди рыбаков и охотников. Носочки мягенькие. Удобные. Мне нравится, что они высокие. Как гольфы сделаны. Очень хорошо. И костюм. Костюм беру такой плотный для того, что я ношу его под горкой. Одеваю данный комплект, легенькую флисовую курточку, горку. И я себя очень комфортно чувствую, до плюс 10, до плюс 15 градусов. Если мне жарко, я снимаю флисовую курточку, и мне вообще на рыбалке очень комфортно. Как видите, этикеточки, и сразу бросается в глаза черный воротник. Кто ранее пользовался данным термобельем, в нем были воротники оранжевые. С 2021 года производитель начал выпускать комплект с черным воротником и с оранжевыми вставочками и надписями. Но мне вот больше понравился черный. Черный воротник, он не так бросается в глаза. Три снежинки, что обозначает, что белье для хороших морозов. Ровные швы. Сколько раз брал термобелье Норфин. Если оно оригинальное, то с ним никаких проблем. Хотя мне не оригинальное ни разу не попадалось. Или может потому, что беру всегда в проверенном магазине. Так, все выполнено. Нигде не торчат нитки. Такой вот мягенький флис. Приятный для тела. Комплект, как вы видели, упаковывается просто в коробку, без всяких пакетов, без ничего. Штаны тоже с надписями. Чем удобно, что резинки внизу, удобная широкая резинка в поясе, не натирает бока. И также смотрим, все швы прострочены очень ровно, нигде не торчат ниточки, этикетки, бирки, как его стирать. Стирается при 30 градусах, без всякого автоотжима, и нельзя гладить, так как 100% полиэстер.
Также нигде ничего не торчит. Все ровненько, замечательно. Рекомендую, друзья, приобрести данное термобелье Норфин, если вы им еще не пользовались. Очень хорошее, удобное и главное, что комфортное белье. Особенно, как я и говорил, весной под костюм горка. И носочки тоже, друзья, рекомендую. Если вы попробуете их, то останетесь довольны. Да, конечно, цена у них высокая, но они того стоят. Кому интересно, ссылочка, где я приобретал данные носки, данное термобелье, будет в описании под видео. На этом, друзья, видео заканчиваю. Всех благ вам, вашим близким. Оставайтесь на канале.